В Национальном университете Одесская юридическая академия подытожили спортивные успехи за прошедший учебный год. Благодаря развитой спортивной базе на территории вуза постоянно проводятся региональные, национальные и международные соревнования по различным видам спорта. Не случайно в 2019 году Одесская юракадемия была признана Министерством молодежи и спорта лучшим спортивным университетом Украины. С каждым годом вуз все больше набирает обороты в развитии и популяризации спорта, таким образом подтверждая свое звание одного из лучших и многопрофильных учебных заведений страны. На торжественном награждении героев спорта побывала и съемочная группа «Репортера». «Мы верим твердо в героев спорта» пелось в старой доброй песне. В Одесской юракадемии в героев спорта не только верят, но и заслуженно чествуют. Ежегодно в университете отмечают ценными наградами лучших представителей в своих дисциплинах. Эта молодежь прославляет не только родную академию, но и город, регион и страну. На торжественной встрече президент юракадемии Сергей Кивалов поблагодарил спортивную гордость вуза за вклад в популяризацию активного и здорового образа жизни и вручил награды более 70 призерам в различных видах спорта. Многие студенты занимаются профессионально спортом. Многие студенты создают славу не только нашему университету, но создают славу и городу, и области, и стране. В этом году мы заняли первое место общекомандное по всем видам спорта. Хотя у нас университет не готовит тренеров, не готовит преподавателей физкультуры. Это будущие юристы, психологи, но они должны быть тоже здоровыми. И вот мы, создав хорошую материальную базу, сегодня имеем, хороших спортсменов. С самых первых дней существования Национального университета Одесской юридической академии одним из основных направлений деятельности учреждения стало развитие и популяризация спорта среди студентов. Именно тогда и начало создаваться современное спортивное пространство, которое уже более 20 лет помогает студентам в физическом воспитании и поддержке собственного здоровья. Более 10 спортивных залов и площадок функционируют на территории университета, среди которых игровые залы для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, площадка для настольного тенниса, стадион, тренажерные залы и теннисный корт, который расположен на 8-й станции Большого фонтана. А в 2019 году Одесская юракадемия была признана Министерством молодежи и спорта лучшим спортивным университетом Украины. Спорт в нашем вузе, он является одним из приоритетных направлений. Несмотря на то, что мы не профильный спортивный вуз, мы готовим и чемпионов мира, и чемпионов Европы, и чемпионов Украины, и чемпионов области. И огромное количество наших студентов, получая самые лучшие знания, они также получают и навыки в спорте, и развиваются и в этом направлении. И это очень важно и знаково. И сегодня президент университета Сергей Васильевич Кивалов подвел промежуточные итоги, наградил всех наших спортсменов, а это, вдумайтесь на секундочку, более 70 человек. И это только начало, я уверен. Я думаю, что в следующем году наши достижения еще будут более значимы. Одесская юракадемия постоянно модернизирует свой спортивный сектор и совершенствует его материально-техническую базу, благодаря чему в стенах университета было воспитано большое количество настоящих чемпионов. На территории вуза постоянно проводятся региональные, национальные и международные соревнования по различным видам спорта. Сегодняшнее мероприятие, которое прошло в юридической академии, это еще одно подтверждение тому, насколько много внимания уделяется спорту, руководству нашего вуза, и Сергей Васильевич Кивалов, и поддержка профсоюзной организации, и самое главное, спортсмены, которые выступают, отстаивают честь нашего вуза с огромным желанием, огромным трудом. И совместно с очень грамотным, квалифицированным преподавательским составом нашей кафедры. Начать заниматься спортом в стенах Одесской юракадемии может кто угодно, независимо от уровня подготовки. Так, на базе университета функционируют секции, в которые могут вступить как начинающие, так и профессионалы. Футбол и мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, вольная борьба, бокс, легкая атлетика, танцы, стрельба и многое другое. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность Сергею Васильевичу Кивалову, Валентину Андреевичу, Федорову, Чертову Ивану Ивановичу, всей моей команде «Академия бокса»,
Это не только моя победа на чемпионате мира была, это общая победа нашей команды. Этот год мы начался хорошо, чемпионат мира первое место, чемпионат Украины первое место, а там дальше отборочный на Европу. Сегодня был очень важный день, на самом деле сегодня подали итоги наших результатов. Я хочу сказать, что грамотная структуризация действий, которая привела к таким результатам, оказались максимально верными. Мы заняли фактически первые места в огромном количестве категорий, и сегодня наши ребята показали настоящий класс другим университетам. Я бы хотел поблагодарить своего тренера Чертова Ивановича и также юридическую академию за предоставленные условия, в которых я тренируюсь. У нас отличный зал, академия бокса, много стадионов, на которых можно тренироваться. Также я хочу отметить, что большинство вот побед произошли, мне кажется, все-таки из-за того, что большинство соревнований проходили на базе юридической академии, и это все-таки как-то психологическую там поддержку была лучшей. Развитая спортивная инфраструктура, профессиональный преподавательский состав, активная поддержка талантливой молодежи со стороны руководства университета позволяет студентам с большим воодушевлением и рвением развиваться в спорте и достигать больших успехов. Национальный университет Одесская юридическая академия воспитает еще не одно поколение чемпионов, которыми будет гордиться как Одесса, так и вся Украина. Василий Базовлук, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».